Вот уходит. Как будто каждый день одно и то же, не одно и то же. Бывает, с чем-то больше идет. О, рукой. С Богом, брат дорогой. Давай. Все, с Богом, брат. Ждут труженика. Сегодня 11 декабря. Звонит настойчиво. Это кто же такой? Ближе нельзя приблизить. О, открыли. Это свой человек, чужому не откроют. Володя проводил. И закрывает. Нет, вышел, прошел. Подойти к ним еще решил. Это Алексей с Наташей. Благослови их, Господи. Володя вернулся, только же хлеб привез у Дубунова Игоря, там вместе хлеб там готовят. Закрывает на ночь. Вот так. В своем доме всякие разные работы, и все нужно. А в городе ничего этого нет. Сегодня 16 декабря 2019 года, понедельник. К Надежде Васильевне посетители пришли. Владимир на выходе кого-то задержал. Провожает.
уже темняется, синим, зеленым стало светом. Вот даже здесь видать и двери как. А тут у меня воробьев кущи за окном. Кущи, вот они. О, сколько там их в ящиках. В общем, насчитал где-то, может быть, до сотни летает. Кормлю их тут. Целый ряд, больше кубометра у меня, около больше тонны зерна. Мыши сожрали, в труху превратили. Да хоть эту труху даю им, тут выколупывают по зернышку. Ящик надо было держать открытым, я закрыл, а они деревянный ларь прогрызли и шиковали лет 10. Думал, у меня запас только пшеницы тут. Сейчас не знаю, голубей-то немало, осталось зиму. Чем прокормить, не знаю, проезду нет. Все. Пошли. Володя запирает. Только что машина была, тут забрали трубы газовые. И Володя сразу хлеб привез, Игорь, и он выбегает, и бегом к нему. А его машина где-то здесь рядом стоит. Вот, видать, ее. Все. О, помахал рукой. С Богом. Благослови, Господи, братьев наших. Родные, близкие. Интересно, люди, которые ненавидят меня, главное, я их к этим тоже обзывают и всякое. То есть ничего нету. Суда Божия не ждут совсем, неверующие. А неверующие, так тогда и все. И наслаждение им это приносит. Вот так поехало. Вот она машинка их. Игорь Ливонов приехал. Вот политик, который в зубах принесет Гитлеру. Угу. Вот он приехал, смотри. Андрюша на машине. Все, тронулся. Сейчас он сюда подъедет, поставит. Ну да. Вот он въезжает. Такого у меня еще не было. Что-то не получилось сегодня, далеко надо проехать. Крыса заденет. Двадцать декабря сегодня, 2019 года. Суббота, вечер. Кого-то отвозил с богослужения. Только что приехал. Так что не получается у него. Снежок идет. Ну, проезжай дальше.
Наверное, так и оставят. Все на этом. О, это раннее утро. Тут Андрюша выехал, а Володя там на улице снег убирает с дороги. Вот и наши ворота приоткрытые. О, вон как. Давай, где вижу, нет, не увидел. Вот. Вот за окном у меня воробьев сколько новых прилетело, сколько голубей. Голубей я посчитал уже на 17. А воробьев под туща черная. Голуби здесь и здесь. Вот кормлю их тут. Замечательно. Я доволен. Вот здесь на окне, вот прям рядом, крылья только мелькают. Вот они, плохо видно, тут застыло окно. Сколько? Вижу, Надежду узнал я, это Володя рядом стоит. А там не знаю кто. Да две машины. Ну, какая машина пришла. Что тут такое? А, вот оно как. Понятно. Еще там такое. О, не один. О, вон кто приехал. Это они собирались в храме пылесосить. Алексей с Наташенькой. Ну да. Вот они открывают. Благослови их, Господи. Хорошие люди. Ой, сейчас богослужение, субботу, народу мало. Ох, мороз сильный, ну и из-за мороза. Вот машины выгоняют. Сестрички дорогие. Все развернулось, ушла. Снегу тут было, сугробы. Вот на этой стороне, видать, около ворот, около дома. Здесь куча навалена. Все. Это Сергей Павлович. Выпрямитель подал ему. Что-то какая-то машина другая. Не похожая на ту, которая была. Слава Господу. Благослови его, Господи.
Вот, там что-то там есть. Качается гири на качелях. С Надеждой Васильевной. Ближе уже начинает туманиться. О, снегу-то сколько. Вот она какая куча-то, его даже не видать. Володя уходит вчера. Андрей уже темно было, привез машину, которая урчит и снег распыляет и бросает. Так, фуражку завязывает эту, не фуражку, а эту шапку. Володя на работу идет. Все, помахал, с Богом. Храни тебя, Господь, брат. О, сколько снегу тут вот, ужас. Ну, на машине это потом тут распылим. Убежала за дом, там стоит. Это, видать, это за ней идет, потеряла ее. Ну да, гликерия. Пляшет, вот она какая. Ну, активная. Вон она куда пошла. Качаться, наверное. Ну да. Надежда Васильевна сопровождает ее. Чего ты пришла тут?